Sen de baban gibi misin? Herkes bir yol seçer ve seçtiği yolun bedelini öder. Ama benim aklımda da kalan asıl şey, Cevahir'in bu meseleyi nasıl öğrendi? Bizden biri ona yardım ediyor. Hayır! Can yok, gitmiş. Daha önce kaçıp saklandığı yerde yok. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Что теперь будет делать Бэрон? Сможет ли Джихан простить Феррата? Что сделает Феррат против исключения Джихана и Кудрет Бея? Что будет делать господин Кудрет? Будет ли госпожа Азади продолжать хранить молчание? Накажет ли Баран Хасана? Куда пропал Джихан? Смогут ли Баран и Дилан найти Джихана? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран нашел Джихана и все знали, что Феррат теперь их брат, и если вы хотите, чтобы эта ситуация разрешилась как можно скорее, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Бэрон и Дилан будут очень расстроены, когда жители особняка узнают об этом неприятном происшествии. Дилан скажет, что несмотря на все усилия, слух у Джихана и Кудрета плохой. Как всегда, Бэрон скажет, что черпает силу и мотивацию от Дилана. Джихан и Кудрет попытаются успокоить Бея и объяснить, что Феррат пытается быть хорошим человеком и что Хасан его отравил. Джихану Феррату будет очень больно, если он узнает эту правду после того, как скажет, что больше не поверит, когда говорят, что он сделал себе что-то плохое. Он будет чувствовать себя плохо, задаваясь вопросом, как он мог так поступить со мной. Вот почему он захочет на данный момент вычеркнуть Феррата из своей жизни и уехать из особняка. Все в особняке будут очень переживать по поводу ухода Джихана и захотят его найти. Феррату будет очень плохо из-за всех этих людей, и он впадет в настоящую депрессию. Слова Джихана «Ты умер за меня» будут самой трудной частью. Когда господин Кудрет скажет, что вы такие же, как ваш отец, это будет очень сложно, и он не примет этого сравнения. Он попытается сказать ему, что отныне я буду хорошим человеком и не буду таким, как мой отец. Однако, поскольку сейчас все так свежо, слова Феррата никого не убедят. После всех этих событий госпожа Азади может пожалеть о том, что сделал Хасан и как притесняли Феррата, и сказать, что Феррат на самом деле является сыном Кудрет Бея. Но с другой стороны, он не захочет увидеть Хасана своими глазами. Пока Баран задается вопросом, откуда Джавахир узнал об этом, Хасану уже поздно думать о такой возможности. Предупредив никого не открывать сообщение, Хасан открывает его, полностью повышает голос и объявляет об этом всем, выдавая себя. Когда Баран подумает спокойно, он подумает, что за все это несет ответственность Хасан и противостоит ему и потребует отчета. Посмотрим, о чем на этот раз будет болтать Хасан, и попробуем обмануть Барана. На этот раз я надеюсь, что Баран не поверит чепухе Хасана и доверится ему. Джихан просто захочет какое-то время держаться подальше от особняка, чтобы пережить это разочарование. Вот почему он пойдет туда, куда никто не предскажет. Но он не сможет отдохнуть, пока не найдет Дилана и Барана Джихана. Они найдут Джихана плачущим где-то на пляже, пытающимся успокоиться и прийти в себя. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.